Возможно ли, братцы, позабыть о том, как жили месяцами в лесополках? Как в пыль крошили минами бетон, нацистов выбивая из поселка? Как роты в первый раз вступили в бой? Как водку пили молча после боя? Как пленным мы давали хлеб с водой? Для нас же плен был худшую бедою. Как, двигаясь в колонне на броне, в засаду на распутье угодили, как раненые братья по весне на родине погибших хоронили, как многие из нас на дне траншей от мин спасаясь Бога вспоминали, как в сумраке холодных блиндажей иначе жизнь и смерть воспринимали. Возможно, братцы, лишь спустя года развеемся душой и все рассудим. Но прежними не будем никогда. И никогда войны мы не забудем.